Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Так, задание, открыть колоду. Ну давай откроем колоду, короче. Так, Макман, да? Ну да, точно, точно именно Макман. Так, ребят, ну что, у нас Лига Сёгунов, блин, три... Вы издеваетесь, что ли? Вы издеваетесь надо мной. Я, ребята, был в Лиге, блин, мастеров 2 звезды. Да какого фига, блин, так быстро скидывайте? Ну, блин, у меня одно, ребята, возмущение от меня идет. Одно возмущение просто, ты понимаешь? Буквально вчера я играл за кадром, друзья мои. Дошел до Лиги мастеров 2 звезды. Думал, сегодня мы добьем. Заходим, что видим? Лига Сёгунов 3 звезды. Отлично. Нечего даже сказать, ребят, просто. Оборзели просто в корень. Просто, ребятушки, они оборзели в корень. Так делать постоянно. Вот я, знаете что, ребят, вот вам сказал тогда, попросил проголосовать за персонажа. У нас получилось вообще там такая сумятица, если честно. Просто за все голосуют за разных персонажей. За разных. Я даже практически не увидел, чтобы кто-то проголосовал хотя бы, ну, там 5 голосов за одного персонажа было. Представляешь? Просто все за разных. Я даже не знаю, что делать. Я сегодня, ребят, не буду, опять же, никого повышать. Я еще почитаю комменты. Еще, как говорится, время будет. Но, друзья мои, давайте как-нибудь поадекватнее. Зачем там то одного, то другого, то третьего, то четвертого? Давайте мы как-то вместе, я не знаю. Там есть персонаж с массовыми атаками. Мне, наверное, лучше делать, знаешь, как... Давайте вам рекомендации. Ну как рекомендации? Например, я хочу прокачать кого-то из трех персонажей. Давайте проголосуем за одного из этих трех персонажей. Так, мне кажется, будет, ребята, лучше для нас всех. Потому что, ну там пипец. Практически все персонажи, которые у меня не в платиновом ранге, вы за них голосуете. Ну, это не годится никуда. Я понимаю, сколько людей, столько мнений, но что мне делать, прикажете? М? Вот что ты мне прикажешь делать? Как я, например, должен, блин, определять, кто из них лучше? Да никак. Потому что там практически все голоса, ребята, каждый голос за отдельного персонажа отдан. Я говорю, больше 5 голосов за одного персонажа там нету. Может быть, сейчас, конечно, накопилось, я ее не смотрел. Сколько там уже прошло? 3 дня? Я не... Какой 3 дня? 2 дня. Я не читал комментарии. Но я думаю, что ничего не поменялось. Ровным счетом. Вы как голосовали, блин? Так, подожди секундочку. Что-то я тут, наверное... Что-то я здесь туплю сейчас. Давай-ка вот так попробуем сделать. Усаги и... Эйприл. Потому что там уже 74 уровень. Спрашивается, с какого фига вы... А, 72-й. 72-й уровень выставляете в Лиге Мастеров 1 звезда. Хотя, по идее, все правильно, ребят. У нас же на Лиге Мастеров 3 звезды получается 79 уровень, 78, да? Нет, тогда все нормально. Что-то я сам перепутал. Я до сих пор в голове, что я в Лиге этих Сёгунов нахожусь, а не в Лиге Мастеров. Тогда да, тогда все нормально. 43-я позиция. Нет уж, давай мне 17. 17? 20, вот. Рафаэль плюс Бакстер плюс Зек. Рафаэль плюс Бакстер плюс Зек. И 2,56 в довесочек. И что это получится у нас? Маузер это по инициативке-то. А тетя? Пошло, поехало. Рафаэль, давай. Ну... Против маузеров это не поможет. Даже против Донателла она не поможет. Оу, Бакстер заточил, ребята. Я думал, что все. Нам не видать, ребят, победы, как своих собственных ушей. Но, как ты видишь, у нас все получилось замечательно. Хорошо, значит, двигаемся дальше. Так, 17-23. Возьму 2 Донателла и кожеголову в придачу сюда. 83 отката пока есть у меня. Ну, можно будет, в принципе, их включить. А нам придется, ребята, включать их в разбор, потому что у меня маузеров уже не будет.
Да практически никого не будет. И мне придется их брать для отката, чтобы проходить, естественно, ребят. Так что сейчас мы до Лиги Мастеров две звезды уже добираемся, потихоньку там крадемся. Ну, я что-то немножко, конечно, припупел. Вчера только Лига Мастеров была у меня, и сегодня уже, нать, получите, посидите в Лиге Сёгунов. Какого лешего? Почему так быстро? Непонятно. Так, надо глоток чайку сделать. Горячего. С лимончиком. Да? Обалденно. Обалденно, друзья мои. Кисленько, горяченько. Как мы любим. Ну что, идеально. Блин, что-то мне захотелось, знаешь, еще клубничного варенья или малинового. Блин, что-то подумал, что слюнька потекла. И знаешь, такой белый хлеб, мягкий-мягкий, только что из печурки, хрустящая корочка и мякиш внутри. Блин, прям макаешь в этот, как он называется, в это варенье. Ой, слюньки потекли, все, ребят. Слюньки потекли, хотя я только что со стола, из-за стола вышел, только что поел, ребят. А слюньки все равно текут. Ничего с этим не поделаешь. Так, ну что, ладно, давай. Алапекс. Вшпариваем там всем по полной программе. Ребята, у нас какая-то фигня происходит с этим. Я ролики выкладываю, которые раньше у нас выкладывали по 10-15 минут. У меня выкладываются теперь по 3, по 4, по 5 часов. Что за фигня, ребят? Что происходит? 5 часов выкладывать ролик 20-минутный. Это где такое видано? Я, конечно, немножко в шоке пребываю от такого. И смотреть, ребята, в последнее время тоже невозможно ролики на Ютубе, потому что... Что случилось? Вот, я и говорю, что и ролики сейчас на Ютубе невозможно, ребят, смотреть, потому что то с постоянными дозагрузками, то Ютуб роняет качество изображения, там, я не знаю, чуть ли не 320 пикселей. Сплошное мыло. Не знаю, что происходит. На Дзене такого у меня, ребят, нету. На Дзенчик все нормально. Ну, более-менее быстро залетает, но все равно, ребят, время какое-то определенное подождать приходится. Вот. Но, по крайней мере, можно смотреть без потери качества. Нет вот этого вот, как его назвать-то, слайд-шоу или размазанного мыла. Так, ну что у нас? Ну что, ребят, мы, как ты видишь, маузеров на откатку взяли. Будем брать теперь на постоянной основе, потому что уже противники идут далеко за 70 уровень. И... Ну, чтобы нам не фейлиться, мы будем с тобой именно его брать. Именно его. Так, ну, грубо говоря, еще 5 поединков нам надо будет отстрелять. И мы с тобой попадаем в Лигу Мастеров 3 звезды. Так, подожди, где у меня Маузер? Угу. Так, Маузеры. Раз, два, три. Ну, наверное, 76 уровень он не бомбанет с одной плюшки, скорее всего. Но можно глянуть. 76 у нас тут только один, в принципе, персонаж. Так, да, 76 он все-таки не уронил, ребят. Значит, я был прав. 72-й, 74-й, он все, легко, ребят, справляется. А вот именно 76-й и 77-й, 78-й, он уже не тянет в соло. Так что имейте это в виду. Ну что, 30-я позиция, выбираем... 17-23. Так... Давай я возьму, наверное, здесь Крэнга и Ваньку. Крэнг и Ванька. Раз, два, три. Крэнг и Ванька. Так, сегодня хотелось бы мне, конечно, ребят, поиграть в этот... в Бравл Старс. Но я боюсь, не получится. Потому что я сейчас хорошо так сижу на своем втором канале. Очень, ребята, много игр, которые у меня идут в прохождении...
игры прикольные, а времени, как ты понимаешь, нету. Времени, просто элементарно нехватка времени. Вот. Потому что игры там, это тебе не Android все-таки, сам понимаешь. Вот, требовательные, долгие. Один только гештальт, я понимаю, сколько там мне выйдет по часам. Наверное, часов 20, если не больше. Этот мы уже с тобой... Ну, скоро, я так думаю, уже, ребят, закончим проходить конскрипт. Там уже, наверное, осталась, я так понимаю, последняя локация у нас. И мы ее допройдем. Но опять же, в комментариях... Не в комментариях, ребята, а на обзорах игр я смотрел, что там она имеет 4 концовки. С чем они связаны, эти концовки, я пока не знаю, ребята. Но... Хотелось бы узнать, но я не буду, ребят, 4 раза или 5 игру проходить. По разным, я так понимаю, там пора... Слушай, по-моему, что-то тут не то. Так, мы сейчас, по-моему, сфейлимся, друзья мои. Нет? Фух, нам повезло, нифига себе. Вот, чтобы посмотреть эти все 4 концовки. Как всегда, одна, наверное, будет трагическая какая-нибудь. Так, ребята, Лига Мастеров 3 звезды взята. Взята. Ох. А что за день недели сегодня? Где мой телефон, друзья мои? А телефон у нас... Так, среда. Сегодня среда, и я уже в Лиге Мастеров 3 звезды? Да вы серьезно? Я в среду. Друзья мои, прикинь, у нас среда, и я уже в Лиге Мастеров 3 звезды. Опупенно. Офигенно, да. Вот это мы с тобой дали дрозда. Не, на самом деле это прикольно. На самом деле это прикольно, когда мы так быстро с тобой бустимся. Вот. Это замечательно. Потому что мы уже, ну, грубо говоря, будем уверены, что... А эта лига... Хотя... Я говорю, ребят, вчера тоже у меня была Лига Мастеров 2 звезды. Сегодня мы оказались уже в Сёгунах. То есть, как быстро поднимаемся, так быстро нас и скидывают. Тем более для среды. Друзья мои, для... вспомни, когда я в последний раз в среду... Уже находился в Лиге Мастеров. Когда? Когда это было? Я не помню сам даже, ребята. А тут, нате, пожалуйста, вот я. Какой молодец, какой красавчик. Хм, молодцы. Так, ну что, давай бросим бомбочку. Ага. И... Вот так сделаем. Бамс! Все, 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 все. Разлетелись кто куда. Угу. Так, 66-я позиция. Ну, вряд ли, хотя... Хотя почему вряд ли-то? Можно, наверное, зайти в топчик, забежать. Но вот нужен ли он нам? Вот в чем вопрос. Так-то, конечно, чем выше мы поднимемся, тем меньше шансов, что нас офигенно сбросят. Тем более на работу завтра. Что-то выходные пролетели вообще, ребята. Как сел на втором канале в эти игры играть, все. Целый день вчера просидел. В одно, во второе, в третье. В этот, в Hell Tournament вообще просидел там в одной игре 3 часа. Взахлеб, грубо говоря. То есть, время улетает. Фух. Со скоростью света. Называется выходные, блин. Ничего опять не переделал. Завтра на тренировку. А, какая тренировка? После выходного. После рабочей смены пойду на тренировку. Вот, схожу, позанимаюсь. Спина, правда, хандрит. Но я думаю, что если я потихонечку, аккуратненько буду, как говорится, заниматься. Не без фанатизма, ребят, как в тот раз. Начал, блин, и плечам хана приснилась.
Без фанатизма, без переутомления, все, пришел, сделал по одному, как говорится, упражнению на каждую часть тела и нафиг. Они по 30 раз на плечи, 40 там упражнений, блин, там, я не знаю, на трицепс, на бицепс, какая-то фигня, короче. Как всегда, жадность фрая разгубила. Нет, будем потихонечку. Ну что, какая, 30-я? Ну да, 30-я. То есть, ну есть, ребята, шанс просто залететь в топ. Вот прям сейчас, прям сегодня. Прям сию секунду. Или нет все-таки? Ну если мы два отката будем делать по персонажам, плюс еще там, а нам нужно где-то приблизительно три поединка, но это условно говоря, плюс-минус один бой. Но если плюс один бой, то вряд ли получится. Ну куда ты лезешь, хан? Пришел своими кулаками тут махать начал мне, а прикинь? Махальщик несчастный. Вот, плюс-минус, то если в плюс, ребят, это плохо. Если в минус, это хорошо. Сейчас посмотрим, какая там. Если 22-я. Ой, как хорошо-то. Замечательно, ребятушки. Тогда да, тогда давай уж добьем. Раз, два, три. Тогда давай добьем эту лигу мастеров. Зайдем в топчик. Ежедневки сделаем. Что у нас там еще стоит? Ну, только ежедневки, по ходу дела, и все. В среду у нас дополнительные задания пока закрыты. Ну, я имею в виду на эксперт снаряжение и на все остальное. Так что это... В Бравл Старс, наверное, все-таки, ребята, рубану. Все-таки рубану. Вот, все, друзья мои. Поздравляем нас всех с Лигой Мастеров в среду. Давно такого не было, но тут что-то мы пужанули. В хорошем смысле слова, ребят. Да, даже сам не ожидал, ребят. Для среды и сразу Лига Мастеров. Топчик. Красота. Ну что, бомбанем? Давай-ка врежем. Опа. Укусик. Так, здесь, наверное, сделаем вот так вот. Плюс крученая вертушка. Плюс удар хвостом. И вот так. Все, ребятушки, шикарно. Так, это мы... Тихо. Это мы прошли с тобой смятение из другого измерения. Забираем награды. Так, ну и остается нам пройти вот эти ежедневочки. Так, значит, сразиться в трех боях. Ну ладно, давай, сразимся в трех боях. Так, потом все эти оценки. Значит, так, у нас получается... А что у нас получается? Леонардо у нас по уровню идет на прокачку. А Пиццелицей... Ой, какой Пиццелицей? Мутагеноид, ребята. Я прошу не сбивать меня с толку. Мутагеноиды мы с тобой прокачиваем именно по скиллам. Так, хочу вот это вот прокачать. Значит, два ящика с инструментами нам нужно будет найти. Один есть. Один есть. Дайте мне, пожалуйста, второй. Так, два ящика есть. А хватает ли у меня? Две... Не хватает. Так, слушай, подожди, а если здесь? Тут нам нужно... Так, 9 автомобильных номеров. Так, один нашли. Второй. Так, второй, третий. Четвертый. Ну, давай. Четвертый, пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И, пожалуйста, последний. Девятый, все, ребят, 9. Так, здесь хватает, уже хватает, все. Прокачали до второй ступени, это кислотные у нас... А, потные ладони, ну это называется кислотный бросок на самом деле. Вот, потому что он бросается кислотой. Так, забираем здесь награды. И, друзья, получается, что все. У нас еще остается 72 отката, 57 телепортов и уже 1038 у нас накоплено. Долларов.
Ну, а про события я уже говорил, ребята, они пока еще недоступны, потому что они открываются с пятницы. Ну что же, все вроде бы, ребятушки. На сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.